В эфире информационного канала Севастополя программа «Прямой разговор с севастопольцами». Это совместный интерактивный проект Департамента здравоохранения города Севастополя, корпорации КЦИОМ, Государственного унитарного предприятия «Севастопольская аптечная сеть» и информационного канала Севастополя. Глава Департамента здравоохранения правительства Севастополя Юрий Эдуардович Восконян обнародовал номер своей мобильной голосовой почты. По мнению Юрия Эдуардовича, проводить реформы и модернизацию здравоохранения Севастополя без прямого разговора с жителями города нельзя. С момента нашей последней встречи на голосовую почту Юрия Эдуардовича пришло более 300 голосовых сообщений от севастопольцев. Главное, что волнует горожан, это вопросы модернизации медицинских учреждений города, качество и доступность медицинских услуг, снабжение лекарствами и медицинскими препаратами, особенно для диабетиков. Начнем работу. У нас в студии директор Департамента здравоохранения Севастополя Юрий Эдуардович Восконян. Здравствуйте, Юрий Эдуардович. Добрый вечер. Ну что, начать передачу хотелось бы, конечно, с празднования Дня медицинского работника в Севастополе. Этот праздник широко освещался средствами массовой информации, но одно можно сказать... Одно из знаковых событий было освещено, можно сказать, недолжным образом. То есть в театре имени Луначарского Севастопольская организация ветеранов войны, труда и силовых структур, насчитывающая в своих рядах 117 тысяч членов, наградила вас за профессионализм почетной грамотой. Вот чем руководствовалась эта ветеранская организация, принимая столь важное решение, мы узнали у председателя медицинской комиссии Севастопольской организации ветеранов войны, вооруженных сил, труда и силовых структур Василия Пилиповича Кондакова. Для начала предлагаю посмотреть небольшой фрагмент его комментария, и мы продолжим. Несмотря на то, что огромное количество критики шло в его адрес, он планомерно шел к решению той задачи, и сейчас идет, которую он поставил перед собой. Обеспечить максимальное удобство для больного, обеспечить полноценное обследование всех больных, которые приходят, своевременно их лечение, начать лечение, с тем, чтобы уменьшить смертность в городе. А смертность в городе очень высокая была. Отдать должное, что вот в результате этой постоянной планомерной работы и высокой требовательности Юрия Эдуардовича оснащенных лечебных учреждений выросло в разы. Значит, получают самую современную аппаратуру, которая позволяет сегодня обследовать в кратчайшие сроки на современном европейском уровне, проводить обследование больных. И те больные, которые нуждались вообще в обследовании, как мы досылали в Киев, в Одессу, в Днепропетровск, в другие города, сейчас они все проходят обследование здесь и получают соответствующую помощь. На сегодняшние ветераны, ну, всегда есть где-то кто-то недовольный, это легче всего искать. А в целом позиция ветеранов, она абсолютно объективная и она положительная. Президиум городского совета нашей организации принял решение наградить грамотой директора департамента здравоохранения правительства города Севастополя Восконяна Юрия Эдуардовича грамотой за значительный вклад в совершенствование медицинского обеспечения населения, модернизацию медицинской отрасли и высокую культуру обслуживания в лечебных учреждениях. И, конечно же, при этом высокий профессионализм, специалист, как специалист. Ну, довольно-таки приятно, конечно, получать такие награды. Вот что вы сами думаете по этому поводу? Ну, спасибо, во-первых, большое ветеранской организации, которую представляет Василий Филиппович. Я могу сказать, что это почти 30% населения города Севастополя. Она сегодня насчитывает 117 тысяч человек. И я и мои коллеги прекрасно осознают, какая огромная ответственность ложится на нас в словах Василия Филипповича. Я могу сказать, что достаточно длительный путь мы прошли совместно с руководителями этой организации. Научились слышать друг друга. И мы понимаем, что это такая очень
наделенная огромным опытом и мудростью группа людей, которых мы должны слышать в первую очередь. И я думаю, что сегодня мы вышли вот на эту линию полного взаимопонимания. И прежде всего, конечно, стараемся удовлетворить потребности этой группы населения, потому что именно ей, как никому, наиболее точно известны все изъяны, все недостатки, все недоработки, которые скопились за большой промежуток времени, и самые болевые точки, которые нужно разрешать в первую очередь. Нравится нам это или нет, но мы должны это услышать и в первую очередь принять все меры для того, чтобы именно нашим ветеранам стало комфортнее жить в городе Севастополе, а их жизнь, конечно, очень тесно связана с системой здравоохранения. И то, что сегодня есть положительная оценка, это, конечно, дорогого стоит. И я надеюсь, нам удастся удержать вот этот старт для того, чтобы мы каждый месяц улучшали свои действия, потому что лучше, наверное, и более объективно, чем ветеранская организация, наверное, никто не оценит систему здравоохранения. Большое спасибо. Но, к сожалению, людям более преклонного возраста приходится обращаться к врачу чаще, да, и прислушиваться к таким категориям граждан очень важно. Ну, как я уже говорил, на вашу голосовую почту приходит много сообщений по вопросам модернизации здравоохранения. Собственно, севастопольцы активно советуют в этом направлении, и так получилось, что были выбраны сообщения, связанные именно с первой городской больницей. Вот я предлагаю заслушать несколько из них и как раз-таки обсудить этот момент. Мне бы хотелось обратиться по поводу реабилитационного центра, который у нас находится в первой горбольнице. Я жительница Камышовой бухты. После операции должна, в смысле, ходить в реабилитационный центр на гимнастику и прочее. Во-первых, очень тяжело подниматься с родными на первый этаж. Лестница высокая. Потом подниматься на второй этаж. С двумя костылями это просто невозможно. Лестница скользкая, наклонная. В кабинете этом, который называется реабилитационным центром, без слез не взглянешь. Четыре стула, которые еле-еле стоят на ножках, и никаких тебе приспособлений. Вот это вот все для занятия спортом после реабилитации. Вот. Я вообще удивлена, как это, куда смотрит наш горздрав на такой центр реабилитации. Ужасный велосипед, который уже, наверное, 2000 лет стоит в этом реабилитационном центре. Никаких других приспособлений, ничего там нет в этом центре. Только записывают, дают упражнения, которые я делаю дома. Ну, в общем, хотелось бы разобраться с этим реабилитационным центром. Неужели нет каких-то средств, чтобы выделить и сделать этот центр действительно реабилитационным? До свидания. Ну, вот сразу вслед еще два сообщения. Скажите, пожалуйста, когда при входе в первую поликлинику появятся перила? Почему мы, старые люди, лазим? Не ходим, а лазим. Держась за боковые эти вот цементные. Алло, добрый день. Я хочу вас просто поставить в известность, потому что я так думаю, что вы такую мелочь можете даже не знать. Но это отнюдь не мелочь. В поликлинике первой горбольницы перестали работать туалеты. Я вчера была с мамой на приеме у врача, маме 79 лет. И когда я обратилась к санитарке с вопросом, где здесь женский туалет, она мне сказала, через дорогу на Чайке. Ну, я в состоянии сбегать на Чайку. Мама с двумя палочками и так с большим трудом поднималась к врачу. Отсидели, приняли нас, все было хорошо. И только благодаря тому, что у меня машина, и я пулей 200 километров в час долетела до Пироговки, и быстренько маму, так сказать, привела туда, куда нужно, мы решили свои проблемы. Очень большой вопрос, что будут делать все остальные больные преклонного возраста, которым будет сложно. Ну и вообще это безобразие, что тут обсуждать. Поэтому, пожалуйста, вот я вас ставлю в известность, разберитесь, пожалуйста. Всего хорошего, спасибо.
Ну вот, собственно, после подобных сообщений наши журналисты побывали в Первой городской больнице, и чтобы подтвердить, да, те факты, вот, о чем говорят люди, и помимо еще остальных других проблем, сделали видеосюжет. Вот мы его сейчас посмотрим и будем уже обсуждать. Парадный вход в Первую горбольницу. Ежедневно по этой лестнице поднимаются и спускаются сотни человек. Из-за отсутствия поручней она становится тяжелым препятствием для людей преклонного возраста. Горожане выступают за монтаж перил. Также здесь необходимо установить пандусы. Лестница не приспособлена для передвижения по ней людей с ограниченными физическими возможностями. Севастопольцы возмущены и неработающим туалетом на первом этаже. Его закрытие – вынужденная мера, говорят сотрудники медучреждения. Санузел находится в аварийном состоянии. В силу старых коммуникаций выше лежащих этажей произошло прорыв, затопление и разрушение потолка. Поднимаемся на второй этаж. Проходим в отделение реабилитации восстановительных методов лечения. На потолке и стенах трещины, облупившаяся краска. Ремонт здесь не проводился много лет. Особого внимания заслуживает медицинское оборудование. Оно не менялось с 80-х годов. В помещениях отсутствует система приточно-натяжной вентиляции, в помещениях отсутствуют необходимые требования по заземлению электропроводки, в помещениях отсутствуют необходимые требования по водообеспечению. И, безусловно, само оборудование не выдерживает никакой этики. Оно достаточно старое, изношенное, зачастую просто электронебезопасное. В массажном кабинете старые столы, душевые кабины отсутствуют. Зал лечебной физкультуры не оснащен необходимой техникой для реабилитации. Мы как были в 70-х годах, так и остались. Шведская стенка, мячи и эспандеры. Больше ничего. Надо современное оборудование, современный аппарат, современную технику, который в автоматическом или полуавтоматическом режиме выполняет заместительную функцию утраченного пациента. То есть это разгибание верхних и нижних конечностей, это хождение, помощь, ну и так далее. Физиотерапия – процедура востребованная. Ежедневно врачи обслуживают более 200 пациентов. Медперсонал надеется на скорейшую модернизацию оборудования в отделении реабилитации восстановительных методов лечения, а также на капитальный ремонт помещений. А пока они работают на имеющейся советской технике и своими силами пытаются сохранить ее работоспособность. Елена Корнухова, Виталий Коломиец, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Ну, как мы видим, ситуация не самая хорошая, и про Первую горбольницу уже мы говорим давно, и про ее проблемы, собственно. Ну, вот ваши комментарии. Ну, давайте, комментарии мои будут таковыми. 8 зданий основных, где оказывается медицинская помощь в первой больнице. Из них 3 – это перспектива, вывод из эксплуатации в связи с состоянием близким к аварийным. В остальных ремонт не производился с момента их ввода в эксплуатацию. Одним из них, кстати, является вот эта поликлиника номер 1. И все те проблемы, которые озвучили наши уважаемые пациенты, они очень значимы. И мы полностью разделяем их мнение, что это нужно менять. Вот я начну с последнего, это туалеты. На самом деле это не мелочь. И во многих странах посещение любого общественного заведения начинают, как это ни странно, с туалета. Вот как выглядит туалет, такое отношение, значит, хозяина ко всему остальному. Угу. То есть от степени его чистоты, благоустройства, ну я уж не говорю о состоянии техническом, понятно, зависит очень многое. К сожалению, поликлиника номер 1 не вошла в ряд объектов, которые ремонтировались в первую очередь. А я напомню, что в первую очередь у нас вот скоро на выходе сосудистый центр, да, который для лечения больных с инфарктом, инсультом. Сейчас становится на ремонт полностью уже весь терапевтический корпус. И частично ремонтируется помещение внутрихирургического, то, что вот является вот самым горящим. Поликлиника номер 1, если мы вспомним, это памятник архитектуры. И мы рассматривали вопрос строительства и пандуса еще в 2014 году, и перил для маломобильных групп населения. Но это невозможно без целого
ряда согласований. Я, опять-таки, апеллируя вот к многочисленным просьбам, жалобам людей, обращениям, они идут не только в эфир, но и к нам. Надеюсь, что мы с этой мертвой точки сможем сдвинуться в этом году. И тут нужно привлекать просто прижженные службы. Но вот в отношении туалета нас, конечно, очень сильно удерживало то, что практически треть площадей поликлиники занимала частная медицинская организация. Наконец-то вот уже в июне с помощью долгих судебных процессов, длительных согласований нам удалось полностью освободиться. И у нас освободилась половина этажа, где еще находится один туалет. А всего их было два. Один вверху, другой внизу. Один мужской, другой женский. Значит, аварийная ситуация. Один вышел из строя, туалет. Второй в полуаварийном состоянии. И третий на территории частной клиники. Поэтому сам процесс ремонта, он был бы сопряжен с длительным выключением одного из санитарных узлов. Сейчас уже готовится сметная документация на капитальный ремонт. И как только мы начнем эксплуатировать помещение частной медицинской клиники, естественно, там заработает этот санузел. Опять-таки, он пока будет один. Но вопрос еще в чем? Что весь рынок «Чайка» ходил в туалет в первую поликлинику. А теперь наоборот получается. А теперь пытается этот поток перейти назад туда, на этот рынок. И попытки остановить людей, вот я тоже хочу к гражданам обратиться, это же тоже неправильно. Эксплуатировать туалет лечебного учреждения. Я понимаю, там на порожках постоянно устраивается хаотичный этот стихийный рынок, когда торгуют и различной зеленью, там, ягодами. Но с рынка ходят в туалет в городскую поликлинику номер один. И, естественно, такой массив. 27 тысяч человек населения прикреплены к этой поликлинике. И весь рынок ходил в эти два несчастных туалета. И, наконец, вывел их из строя. Поэтому, конечно, сегодня этот поток практически ликвидирован. Там установлены охранные меры. Это вызывало определенный негатив со стороны населения. Но, тем не менее, я прекрасно знаком с этими туалетами и посещал их неоднократно. Но мне сложно сказать, кто автор этого проекта, и одного, и второго. Поэтому, конечно, в перспективе ремонт этажей целых, и в том числе реабилитационного центра, с ремонтом этих туалетов. В этом году мы надеемся, что там начнутся уже и проектирование, частично ремонтные работы. Вслед за этим пойдет оборудование. Потому что в такие помещения новое оборудование никто не позволит устанавливать. Оно устанавливается только там, где проведен нормальный капитальный ремонт. Поэтому ситуация на контроле. Она на контроле у нового руководителя первой городской больницы. И как только становится у нас на ремонт, в ближайшее время будет заключен контракт уже по терапевтическому корпусу, следующий этап – это городская поликлиника, естественно, вместе с туалетами, общественными зонами, обновлением мебелью и оборудованием. Поэтому, конечно, эта проблема очень серьезная, мы ее обязательно будем решать. И спасибо нашим жителям, мы надеемся, что общественные организации и граждане Севастополя нас в этом поддержат. Ну, продолжим обсуждать сообщения. В данном случае уже, наверное, каждое отдельно. Горожан сильно волнует вопросы обеспечения медикаментами, в частности, диабетиков, а также работа аптек города. Это отражается на сообщениях, которые приходили на вашу голосовую почту. Давайте заслушаем одно из них. Здравствуйте. Я хотела к вам обратиться как к директору департамента здравоохранения. Почему до сих пор в поликлинике номер 3 на Генериха не открыта социальная аптека? До сих пор вы обещали 1 декабря ее открыть. Это первое. А во-вторых, опять нет лекарств для диабетиков, метформин, только сейчас появился. И почему получается так, что мы пожилые люди, инвалиды, пенсионеры, диабетического направления, вот мне выписали таблетки, я поехала на Степаняна, потом мне нужно ехать на генерала Петрова. До каких пор не будет открыта аптека номер в поликлинике номер 3? Пожалуйста, ответьте на мои сигналы. Я постоянно вам звоню каждый месяц. Ну, я что могу сказать? Сбои, которые начинают носить системный характер в части лекарственного обеспечения, уже привели к ряду кадровых изменений.
И в структуре департамента здравоохранения, и в структуре уполномоченной организации, которая осуществляет доставку, то есть доставку лекарственных препаратов до льготных категорий граждан. В отношении аптеки на Генериха здесь, к сожалению, проблема пока не решена, потому что то помещение, которое было первоначально выбрано, оно по санэпиднормам не подошло. Поэтому мы сейчас рассматриваем вариант другого помещения в этом же районе, потому что там аптека нужна. Это несомненно, и никто его не оспаривает. И я думаю, что в ближайший месяц-полтора мы все-таки ведем сейчас переговоры. Эту проблему мы закроем. Но как бы с целью реабилитации я хотел бы обнадежить жителей города, что в дополнение к 16 аптечным пунктам отпуска льготных лекарств и 3 пунктам отпуска наркотических препаратов у нас вот на душу населения достаточно неплохо в этом отношении, особенно та категория людей, которые требуют обезболивания, имеют возможность получить. Еще 5 аптечных пунктов в самых крупных таких муниципальных сельских образованиях начнут отпускать льготные препараты. Это в Орловке, в Андреевке, в Орлином, в Верхнесадовом и в Терновке. С 1 июля 2016 года мы проводим последнюю тестовую эксплуатацию необходимого оборудования. И в течение недели после этого эти аптечные пункты заработают. Потому что сегодня, конечно, наибольший дефицит в доступности льготных рецептов имеют именно жители сельских территорий, потому что там практически есть аптеки, но льготные препараты из них отпускают всего 2. Вот к ним добавится еще 7. И по аптеке в районе Генериха я, конечно, этот вопрос держу на особом контроле. Я надеюсь, что следующая наша передача уже ознаменуется успехом в решении этой непростой задачи. По препаратам сегодня у нас проблем с обеспечением нет. Еще раз говорю, лица, которые были виновны в задержке своевременного обеспечения и доставки в аптечные пункты льготных лекарств, они в настоящее время уже или не работают, или работают совершенно в других должностях. Поэтому мы благодарны людям за ту обратную связь. И я еще раз хотел бы обратить внимание. Ни одного человека, который участвует в обеспечении населения лекарственными препаратами, особенно льготной категории граждан, ни один из этих людей не должен сомневаться в том, какая огромная ответственность висит на нем на всем пути от момента выписки рецепта и до момента получения пациентом лекарственного препарата. Нам удалось сегодня значительно сместить объем выписки лекарств от 1 до 3 месяцев в сторону увеличения, именно чтобы тем людям, особенно маломобильным пенсионерам, удавалось получить лекарства не на месяц, а на 3 месяца, чтобы они каждый месяц не ходили к врачу. Сейчас мы отрабатываем систему оптимизации доступа к этим самим рецептам повторным, если это не требует повторной консультации, как минимизировать вот эти все записи на прием к врачу и так далее, чтобы они могли это получить. Но еще раз говорю, любой случай, когда человек чувствует себя некомфортно или он не получает препарат своевременно, у нас открыты телефоны горячей линии, мы реагируем по каждому обращению и готовы реагировать в первую очередь. Эти обращения идут не только к нам, но я могу заверить, что такой же абсолютно будет эффект и гораздо быстрее будет реакция, если они сразу будут поступать именно к нам в департамент. Сегодня все заместители по этому направлению работают достаточно оперативно. Наша позиция очень жесткая – минимизировать сроки ожидания получения лекарственного препарата. Больной человек его должен получать в кратчайший срок. Идеально это день в день. Нет, ну как минимум в течение 3 суток от момента выписки рецепта препарат должен быть на руках. Конечно, чем быстрее, все. И да, масса возможностей есть даже для оперативного удовлетворения потребности. Даже если в случае пациент, вот впервые он попал в регистр, никогда раньше такой лекарственный препарат не закупался, у нас для этого есть резервный фонд,
которые используются для того, чтобы закупать лекарства для впервые прибывших в регистр новых наших пациентов. И опять-таки я хотел бы заверить, что департамент работает в этом направлении очень эффективно. Любое сопротивление на любом из этапов мы будем менять в сторону, наоборот, сотрудничества с пациентом. Ну вот как раз-таки вы говорили уже про аптечные пункты в сельской местности. Вот следующее сообщение, собственно, крик души, можно сказать. Давайте послушаем. Добрый день. Это звонит один из жителей поселка Андреевка, Бедюков Владимир Борисович. Вопрос. Наболевший. Аптеки нет. Люди болеют, а лекарств купить не у кого. Добрый день. Это звонит... Ну, собственно, такое сообщение, да, немножечко... По Андреевке у нас обострился вопрос месяц назад, с момента, когда оттуда ушла частная компания, которая невыгодна. Ну, маленькое количество населения, почему-то нашим частникам, ну, не совсем комфортно продавать лекарства тогда, когда они не получают высокую прибыль. И в настоящее время эти площади, они, слава богу, отошли в государственный сектор. И принадлежат государственному унитарному предприятию «Севастопольская аптечная сеть». И в настоящее время идет процесс лицензирования и оснащения кабинета уже заново всем оборудованием. Отпуск, пока этого еще не произошло, на самом деле пока осуществляется в условиях не совсем комфортных внутри фельдшерско-акушерского пункта. Но вот 1 июля Андреевка у нас один из пунктов, который заработает и как аптека, и как пункт отпуска льготных лекарственных препаратов. Еще раз говорю, что произведены определенные кадровые перестановки в структурах заинтересованных в том, чтобы это случилось намного раньше. Но, тем не менее, это произойдет, либо там еще будет другой руководитель. Доставка лекарственных препаратов идет постоянно туда, специальным транспортом, который для этого предназначен. И я думаю, что вот та обратная связь, которую мы сегодня услышали, она очень нам помогает оперативно реагировать. И как только откроется пункт, нам очень важно будет получать информацию, насколько качественно идет обслуживание в этих аптечных пунктах. Отвечает ли оно тем требованиям и запросам граждан, которые они ожидают от вот этого уже нового аптечного пункта, который заработает и в том числе будет отпускать льготные препараты. Понятно. Но люди сталкиваются с плохим обслуживанием в аптеках, а точнее не с обслуживанием. Давайте послушаем. Здравствуйте. У меня такая ситуация. Сегодня на Супруна моя дочь, инвалид детства, получила рецепты на получение инсулина, напор 33, на получение бесплатного лекарства на Силаево. Поехала на Силаево. Получить там ничего не смогла, потому что ей сказали, что у них не работает система. Вернулась назад домой. Потом поехала, я позвонила в аптеку «Напор 33». Спросила, вы сегодня работаете? Может ли человек получить инсулин в вашей аптеке? Да, может. До скольки вы работаете? До 7:30. Человек едет «Напор 33». Погода плохая. Перед ее носом закрывается аптека, и они говорят, что она не работает сегодня. Скажите, пожалуйста, как поступать в таких случаях? Что за отношение к людям? Ведь я предварительно позвонила, и ровно через час перед носом человека, который проехал столько времени, инвалид, закрывается аптека. Как можно так работать? Спасибо, до свидания. Ну, собственно, вот такая ситуация. Ну, вопиющий случай. К сожалению, несколько человек уже, которые себе допускали подобное, они не работают уже по этому адресу. Я столкнулся сам лично с подобным 3 месяца назад. И здесь наша позиция очень категоричная. Если вот такая проволочка допущена, значит, лекарственный препарат доставляется домой пациенту. Вот всей группой участников, которые были заинтересованы в том, чтобы лекарственный препарат был получен вовремя. Угу. Тем, кто выписал рецепт и не обеспечил его лекарственным препаратом. Тем, кто аптеку закрыл перед носом у пациента.
либо по какой-то причине не отпустил, не положил, не зарезервировал как отсроченный рецепт и так далее. Поэтому вот здесь мы также жестко разберемся, и в ближайшее время лекарственный препарат будет доставлен больной на дом с извинениями, а потом я получу объяснительный от тех людей, которые допустили вопиющее безобразие. И посмотрим дальше, что с ними делать. Потому что сегодня желающих работать в аптечной сети не так мало. Я думаю, что мы наконец получим тех людей, которые будут правильно реагировать на нужды людей, поставив себя на их место. Ну, такие вещи недопустимы, конечно. А вот по поводу отсутствия инсулина для диабетиков, есть и такая ситуация, давайте послушаем. Алло. Вас беспокоит Гордеева Марина Михайловна, инвалид третьей группы, диабетик первого типа. Сегодня пыталась получить инсулин Трисиба во второй поликлинике первой горбольницы по региональной льготе. Его нет, и непонятно, когда он будет. Инсулина осталось у меня на 2 дня. Что мне делать? Спасибо, прошу помощи. Ну, без помощи мы не оставим. И точно по такому же пути. Самое интересное, что инсулин есть. И проблем ни с каким из видов инсулина сегодня нет. Значит, доставят домой больной, если не выдали своевременно. Прямо всей группой, опять-таки, заинтересованных лиц. Ну, проездим так несколько раз, а потом, наверное, надоест, начнем вовремя выписывать и, по крайней мере, находить какие-то коммуникации между тем, кто выписывает рецепт, и тем, кто его отпускает. И если вот той и другой стороне будет не все равно, будет препарат у больного или нет, я думаю, что таких вопросов возникать не будет. Ну, у нас сложился уже такой некий, скажем, раздел из сообщений, это просьбы-вопросы. Вот давайте послушаем одно из этих сообщений. Алло. Вас беспокоит Гордеева Марина Михайловна, инвалид третьей группы, диабетик первого типа. Здравствуйте. Я повторно вам звоню уже через неделю. Я звонила по поводу Безлеткиной Дарьи Дмитриевны, которая живет в селе Вишневое на улице Киселева, 30. По поводу того, что еще в феврале были вызваны доктора для определения группы инвалидности с северной стороны. Вот они до сих пор едут. Их нет, не звонят, не пришли. Бабушке исполнилось 100 лет. Понятно, что она завтра не пойдет на работу. Но для того, чтобы определить хоть какую-то помощь человеку, который нуждается в уходе, вот и были приглашены доктора с северной стороны. До сих пор идут. И я вот жду от вас ответа уже неделю. Сообщите, как узнать, сделано что-то, принято что-то. Потому что это уже дальше просто некуда. Может быть, к вам в Горздрав нужно будет прийти. Жду сообщения. До свидания. Долгожитель 100 лет бабушке. Вопрос этот нужно как-то давайте решать. Мы попробуем сейчас связаться с главным врачом, в компетенции которого находится управление медицинским обслуживанием северной стороны, в частности, сельского населения, Чередниченко Валерий Анатольевич. Ну, у нас будет связь по скайпу. Да, пусть он по скайпу выйдет. Я перед тем, как мы начнем с ним разговаривать, для меня, например, не совсем понятно пока параллельно тот факт, что у нас всего-то в Севастополе проживает 19 человек, которым исполнилось 100 лет и более. Неужели к этим 19 людям, такой возраст перешли, нельзя оказать должное внимание медицинское? Здравствуйте, есть связь. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Включите, пожалуйста, видеосвязь. Да. Никак не выйдет. Ну, собственно, нас уже слышат, можете... Валерий Анатольевич, да. Добрый вечер. Вот появилась связь. Добрый вечер, Добрый вечер.
Да. Скажите, пожалуйста, вот 19 жителей всего в городе Севастополе, которым исполнилось 100 лет и старше. Ну, любой, даже не врач, любой человек, когда приглашают к такому почетному гражданину, ему, наверное, просто интересно даже пообщаться, посмотреть. Я уж не говорю о том, что оказать какую-то медицинскую помощь, свой долг исполнить. Вот как получилось, что с февраля месяца человек с таким почетным возрастом так и не дождался медицинских работников? Юрий Иванович, я по поводу этого случая не могу вам ничего сказать. Я не информирован, что такая заявка существовала. Поэтому я обещаю разобраться в этой ситуации. Валерий Анатольевич, значит... Разобраться завтра, поехать самому к этому человеку и выяснить, кто и что обещал. Потому что каждый вторник мы собираем у себя в больнице заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами. И они рассказывают нам о тех проблемах, которые существуют в районах обслуживания. По селе Вишневка мне сегодня докладывали, что никаких проблем нет. Поэтому я обещаю разобраться, непосредственно подъехать к этому человеку. Адрес мне, скорее всего, что подскажут. Я записал фамилию Безлепкина. И разобраться в конкретной ситуации. Доложу вам. Значит, Валерий Ильич, не просто разобраться. Есть две вещи. Первое, то, что пациенту не оказана помощь в течение нескольких месяцев. Это раз. Это вопиющий факт. А второй вопрос, то, что от руководителя медицинской организации эти факты каким-то образом пытаются скрыть. Либо как, по какой-то другой причине они не доходят. И это тоже не менее значимая часть. Поэтому, пожалуйста, именно по этим двум моментам и виновные должны понести наказание. Перед человеком нужно извиниться, поставить на особый контроль. Ну а для жителей села Вишнёво я хотел бы их заверить, что у нас фельдшерско-акушерский пункт, который там находится, он ни в коей мере не будет закрыт. И наоборот, он попадает в программу капитальных ремонтов. То есть мы будем улучшать там материально-техническую базу и, естественно, усиливать наблюдение, особенно за возрастной группой, которая... как никто нуждается именно в таком пристальном внимании медицинских работников. И с моей стороны я тоже хочу принести извинения за то, что вот такая, к сожалению, проволочка была допущена с очень почетным жителем города. Ну, будем надеяться, точнее, будем уверены, что ситуация разрешится в самое ближайшее время. Ну, не будем тратить время, следующее сообщение. Добрый день, Юрий Эдуардович, у меня такая ситуация. Моя мама инвалид первой группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, которая нуждается в постоянном постороннем уходе. Мама обратилась в поликлинику стоматологическую на улице Надеждинцев. Ей надо удалить зубы. Ей отказали, чтобы ее записать. Сказали, в порядке живой очереди. Надо приходить один раз в неделю, в среду, к 7 часам утра. У нас нет такой возможности прийти к 7 часам утра и записать маму на удаление зубов. Человек страдает. Мало того, что у нас синдром хронической боли, плюс еще добавились зубы. Отказали в записи. Вот, и сказали, что инвалиды первой группы не пользуются никакими льготами. То есть никаких скидок. И в порядке, опять-таки, повторяю, живой очереди. Я бы хотела узнать, действительно ли так? Если так, конечно, я найду какой-то способ, попрошу кого-то записать. Но мне кажется, что это не по-человечески, неправильно. Я в состоянии привезти маму к доктору на машине, на кресле, у нас инвалидное кресло. Я вас очень прошу, помогите, пожалуйста, в решении этого вопроса. Спасибо вам огромное. Меня зовут Качура Оксана Борисовна. Огромное спасибо, удачного дня. До свидания. Ну, я могу обнадежить, какая очередь человеку 87 лет. В ближайшее время приедут на дом, посмотрят и при необходимости отвезут в стоматологическую поликлинику и сделают все, что нужно. А мы это поставим на контроль.
И никаких других вариантов решения здесь быть не может. А человек, который опять-таки допустил проволочку, понесет наказание. Разве можно так обращаться с пожилым человеком? И есть разные варианты решения. И те люди, которые приходят с этой проблемой ко мне, я нахожу возможность ее решать. Угу. Почему участковые врачи, которые курируют этих пациентов, не могут совместно со стоматологами найти возможность помочь человеку, чтобы он мог нормально питаться в своем возрасте? А зубы – это не просто красота. Ну, я думаю, что жительница города смотрит этот эфир и приняла к сведению то, что вы сказали. Продолжим работу. Следующий вопрос от жителя Балаклавы. Моя фамилия Мальчик, Соломон Маркович, проживаю в Балаклаве. Узнать, есть ли в Севастополе пройти магниторезонансную томографию и каким образом это можно сделать? Я думаю, что вопрос, наверное, в государственном секторе, где пройти магниторезонансную томографию. Конечно, есть. Есть на территории у нас детского комплекса находится современный магнитно-резонансный томограф, который работает на весь город. И у него еще есть резерв. И поэтому, несмотря на то, что нашими гарантиями определяется такой максимальный период ожидания до 30 календарных дней, угу, мы стараемся этот период сократить до одной недели, ну, максимум 10 суток. Потому что есть возможность пройти подобное обследование и в выходные дни, в том числе и в субботу, воскресенье, что многим людям более комфортным является. И если какая-то проволочка в этом плане имеется, я хочу, чтобы все понимали, что доктор, который дает направление, обязан на это обследование записать. Это, кстати, касается не только магнитно-резонансной томографии. И у меня большая просьба к пациентам. Не выходите из кабинета, пока вас на исследование не запишут. Если вас не записали, есть заведующий отделением. Не отреагировал он, есть телефон главного врача. Вот если главный врач не отреагировал, прямо выходите на горячую линию департамента, а мне вся эта информация стекается. Запись на повторный прием и на любое обследование должен осуществлять врач, дающий направление. Все, есть приказ, который регламентирует подобный порядок работы, и пациент на руки должен получить направление с датой, а что касается магнитно-резонансной томографии, временем. И сегодня все возможности для того, чтобы это было реализовано, в больницах и поликлиниках есть. Еще раз говорю, как на магнитно-резонансную томографию, так и на компьютерную томографию. Есть еще резерв мест. Мало того, к концу года мы еще один магнитно-резонансный томограф установим на территории первой больницы. И вообще, я думаю, что здесь проблема ожидания будет ликвидирована. То есть максимум 2-3 дня. И человеку будет выполняться это обследование. Поэтому в этом плане, я думаю, что спокойно вы можете прийти к тому врачу или к участковому терапевту, да, или к тому, кто дал это направление, и попросить, чтобы вас конкретно записали на исследование. Мало того, у нас предварительно еще специалисты, которые работают на территории детского комплекса, предварительно с пациентом, когда они просматривают диагноз и повод для направления, созваниваются и уже до его прихода определяют наиболее оптимальную программу обследования, чтобы максимально сократить сроки ожидания и увеличить пропускную способность и повысить эффективность и качество исследований. Ну, все эти моменты пациенту обязательно нужно учесть при посещении врача. Обязательно. То, если мы не будем получать обратную связь, я это требую, мои коллеги требуют, но нас всего несколько десятков человек. Пусть требует и пациент. И не дай бог, этим требованиям будет отказано. Поверьте, мы отреагируем очень жестко. Обратная связь от людей сегодня самый главный фактор движения вперед. Потому что все должны понимать, что мы двигаемся в одном направлении, что пациент и врач – это единое целое. И оба они должны быть заинтересованы в том, чтобы больной выздоровел. Благодаря и в кратчайшие сроки. Да, благодаря совместным усилиям. Следующий вопрос от многодетной матери. 7 детей у нее. Давайте послушаем. Здравствуйте, Юрий Эдуардович.
Моя фамилия Карелова Анастасия Николаевна. Я многодетная мама, у меня 7 детей. Вопрос по поводу записи к специалистам по месту нашего проживания, то есть поселок Верхнесадовое. Я уже 2 недели не могу записать детей к невропатологу. И вообще записаться к специалистам очень сложно, нет талонов. У меня не та ситуация, чтобы я могла присутствовать в поликлинике сутками и попасть туда на прием. Подскажите, пожалуйста, как выйти из этого вопроса и можно было бы пройти медкомиссию с детьми? Спасибо, надеюсь на ваш отклик. Ну вот опять же вопрос записи к врачам. Значит, первый вопрос. Не будем мы повторно вызывать Валерия Анатольевича. Он услышал в эфире еще одну проблему, которая есть в Верхнесадовом, и недоработку медицинского персонала, хотя там достаточно квалифицированный врач работает в этом фельдшерско-акушерском пункте. Мало того, я хочу обрадовать жителей Верхнесадового, что в этом году мы там планируем разместить уже врачебную амбулаторию, которая и по площади, естественно, по комфорту и по набору врачей будет существенно отличаться от того малоприспособленного помещения, в котором сегодня оказывается медицинская помощь. Это два. И будет там как раз и пункт для отпуска льготных препаратов еще на один находиться. Да. Но мать 7 детей, я думаю, Лена точно меня слышит, но предельно объективно разобраться, каким образом возник вообще прецедент ожидания женщины, матери 7 детей, которая должна без всякой очереди получать день в день по факту обращения всю медицинскую помощь. Потому что нагрузка и на ее организм, и на все остальное, наверное, совсем другая. И у нас есть, еще раз говорю, все возможности для того, чтобы максимально помочь и сделать комфортным. Ну, у нас сегодня что жизнь сказать? Людей, которые приносят такое количество граждан Российской Федерации, которые рожают нам защитников, матерей. И с этой точки зрения я даже, вот мне сложно подобрать слова, вот когда она обращалась один, второй, третий раз, но неужели ни у кого там внутри ничего не шевельнулось? Ну, я бы, например, домой не ушел, пока бы не удовлетворил все запросы. Тем более, я думаю, что их не так много. Но вещи элементарные, необходимы. Как так? Почему они не выполнены? Да, у нас сегодня еще такие случаи интересные. Мать 7 женщине 100 лет, конечно, не нуждается в помощи, как и другие жители, собственно, города. Ну, давайте продолжим следующее сообщение. Алло, здравствуйте, Юрий Эдуардович. Вот у нас такая проблемка появилась. На Стрекова 37, в поликлинике номер 2, где заведует чреватая ЕП, нет жалобной книги. И отказывают в справках, ну, в обычных, вот, как говорится, мелочных справках отказывают и посылают с кабинета в кабинет. Но это еще ладно, но то, что нет жалобной книги, вот это проблема. Будьте добры, пожалуйста, разберитесь что-нибудь, как-нибудь решите. Ну, решим мы это уже завтра с утра. Там в 7 часов приедет комиссия наша с департамента и посмотрит, почему не выполняется приказ. Там не просто должна быть жалобная книга, она должна быть на видном месте. И график выемки писем и регламент представления ответов на обращение должен быть прописан, чтобы люди понимали, что если они бросают туда обращение свое, в какие сроки и каким образом они получат ответ. Иначе смысла в этих обращениях нет. А уж жалобная книга или ящик для обращений граждан должны быть в каждой поликлинике сегодня. Ну, смысла нет чего-то скрывать. Я хотел бы обратиться сегодня, вот сейчас, вот именно в этот момент, к докторам, к руководителям. О чем мы боимся? То, что люди написали, что у вас что-то здесь не так, да им спасибо надо за это сказать. Спасибо, они увидели, пациент видит лучше, чем тот, кто работает, потому что глаз не замылен, и он получает медицинскую помощь. Он излагает в своем обращении то, что наиболее
остро волнует людей. А ведь мы живем для людей. И именно для этого существует система здравоохранения. А мы прячем жалобную книгу. Для чего? Ну, как раз-таки человек не видит процесс изнутри. Он его видит снаружи, как с точки зрения пациента, собственно. И он и может объективно... В конечном итоге исход очень простой. Люди перестанут туда ходить. А сеть поликлиник будет расширяться по городу. Будут строиться новые поликлиники. Вот мы в ближайший год закрываем полностью медицинскую помощь в сельской местности фельдшерско-акушерскими пунктами достаточным количеством. Большое и предусмотрено в бюджете финансирование, серьезное, чтобы в каждом сельском образовании, где больше 300 жителей, был медицинский пункт, или фельдшерско-акушерский, или врачебная амбулатория. И даже если меньше, но трудная доступность, и туда они будут поставлены, причем с аптечными пунктами. А потом беремся за город. А дальше вопрос, куда больные пойдут? А в поликлинику, где врачам все равно, что думает больной? На чье? Или закрывать, или кадры менять. Какие еще варианты другие? Но мы живем для пациента. И я очень хочу, чтобы вот этой мыслью проникся каждый, кто приходит работать в медицину. Медицина – это прежде всего сострадание к больному. И милосердие. То, что сегодня является основополагающим. Надо хотеть помочь ему. А чтобы хотеть помочь, мы должны не просто думать, понравилось ему или нет. Не каждый ведь больной, ведь пожалуется один из 20 недовольных. 20 уйдут, переварят в себе, молча перейдут в другую медицинскую организацию или вообще не придут за медицинской помощью. Разочаруются в ней и сразу попадут в стационар с осложнением. Ну разве ради этого мы работаем и строим поликлиническую сеть? Ведь там должно решаться 70% всех проблем людей. А мы жалобную книгу прячем. Ну, это как раз-таки один из процессов модернизации здравоохранения, когда мы слушаем мнение. Предельно жестко. Завтра главного врача туда мы вызовем, прямо рано утром. И кто руководит этой поликлиникой. И будем разбираться, почему такая проблема. Может вообще сегодня иметь место при только что завершившемся аудите, когда каждому руководителю предписание было вынесено, что нужно устранить и сделать. Продолжим работу. Следующее сообщение. Добрый день. Хотелось бы услышать разъяснение по такому вопросу. Родственницы после родов поставили диагноз эрозия шейки матки. И для того, чтобы сделать прижигание, направляют на платные анализы. Частично, вроде как частично. Но я вообще не понимаю. В государстве говорят о том, что у нас идет борьба с раком шейки матки, что это все в массовом порядке выявляется и устраняется за счет средств и наших медицинских полисов. Почему женщину, находящуюся в декретном отпуске, отправляют на платные анализы для проведения такой манипуляции? Очень жду ответа. Значит, я отвечу на вопрос этот таким образом. И пусть это не будет секретом. Я думаю, мы все помним, где мы, каким образом получали медицинскую помощь в 2013-2014 году, раньше, как у нас параллельно можно было работать и в частной клинике, и в государственной системе, и каким образом все пациенты, ну, большая часть, по крайней мере, особенно на манипуляции различные, направлялись в частную клинику, куда врач переходил и потом уже оперировал там, естественно, за определенное денежное вознаграждение. Либо имел какой-то интерес. Значит, к сожалению, рудимент вот этого прошлого, он еще не выветрился из, скажем так, сознания ряда, к счастью, не большинство. Но они есть из сознания некоторых медицинских работников. И поэтому они продолжают таким образом зарабатывать себе на жизнь. Вместо того, чтобы людям представлять те услуги, которые гарантируются государством бесплатно. Поэтому совет очень простой. Только с помощью больного мы эту порочную практику можем прекратить. Как только вам выдали это направление, вот поверьте, по почте,
или напрямую сразу приносите его в департамент здравоохранения. А дальше мы уже выходим туда вместе с этим направлением определенной комиссии и будем разбираться, почему, на каком основании не использован огромный ресурс, который сегодня и финансовый, и материально-технический имеет территориальная программа государственных гарантий, куда именно вот эта процедура в том числе входит. И почему человек позволяет себе в 2016 году направлять в частную клинику больного? Пусть он пойдет туда работать и попытается создать такие условия, что к нему сами люди прибегут и скажут: я не хочу в государственном секторе это делать, вот хочу у вас. А физическим путем из государственной поликлиники выдавливать туда больного — это, ну, может быть, не преступление, но это крайняя степень неуважения к больному. Поэтому любые платные анализы, направления на платные процедуры, 99% незаконны. И именно поэтому мы просим предельно быстро давать нам эту информацию. Мы со своей стороны тоже проверяем, параллельно еще ряд структур, которые такие проверки проводят. Угу. И по каждому факту медицинская организация возмещает всю стоимость услуг. Но это процесс определенный, просто до него можно не довести, просто не надо на это соглашаться. Но если уж по какой-то причине вам эта платная услуга была оказана, значит, все чеки, направления нужно сохранить, спокойно принести в свою страховую медицинскую организацию, которая вам выдавала полис обязательного медицинского страхования. И после проведенного расследования стоимость этих услуг, она будет полностью компенсирована. Ну, не обошлось и без вопросов, связанных с онкологией. Слушаем. Уважаемый Юрий Эдуардович, я Галимов Рафаил Галимович, 77 лет, участник боевых действий, инвалид третьей группы, пациент онкодиспансера Севастополя, медицинская карта 96-88. Мой диагноз – рак предстательной железы второй стадии. Прошел 2 курса лечения, результаты хорошие. 17 июня этого года ввести Элегард 22,5 в онкологии из-за его отсутствия не смогут. Нарушится курс лечения. Прошу помочь в лечении. А можем мы на скайп выйти? Вот сейчас замещает Басыров Азат Вакилевич, онкодиспансер. Да, конечно. Очень странно поведение врача, который подобную информацию дал больному. Вот именно по этому препарату для лечения рака предстательной железы полный набор лекарств имеется. И мало того, в таком количестве, которое еще с запасом хватает даже на первый квартал 2017 года. Есть связь. Здравствуйте. Азат Вакилевич, добрый день. Довольно большая задержка. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Да. Азат Вакилевич, вы услышали посыл больного? Да, я услышал, Галимов. Номер карты он свой назвал, но представляться он не будет, потому что есть. Значит, Азат Вакильевич, первое. Да. Я хотел бы увидеть всю цепочку, которая привела вот к этому вопиющему безобразию. При наличии запасов лекарственных препаратов, достаточных для удовлетворения потребностей в лечении на первый квартал еще 17-го года, человеку отказывают в проведении курса. Это с какой целью делается? Дискредитировать учреждение? И я хотел бы предельно жесткий протокол расследования, потому что люди, которые причастны вот к этому процессу, они не должны работать с онкологическими больными. Найдите им другое место. Онкологический больной, где задержка опасна для жизни.
Поэтому, пожалуйста, срок до понедельника. Я уж не говорю о том, что в ближайшие дни он должен быть обеспечен лекарством. Понял, Юрий Дальше. Хорошо, мы выйдем на связь и лично ему дадим ответ, и вам всю цепочку тоже расставим. Спасибо. Ну, у нас вот, осталось еще. Вот я еще раз хотел бы показать человеческий фактор. Какую огромную играет роль отношение врача к больному. Ведь если ему не все равно, что будет с ним? Умрет он, выживет. Если выживет, то в каком качестве? Ну как можно было вот такое сделать? И бороться мы с этим будем постоянно, пока не истребим полностью. Не может быть в нормальном здравоохранении такого отношения к больному, где всем все равно. Конечно, не может быть. Есть еще несколько сообщений. Давайте как раз-таки послушаем одно из них. Алло, здравствуйте. Будьте добры, помогите, пожалуйста, моей тетушке. Она проживает в город Севастополь, улица Геловани, 14, квартира 112. Я звоню вам из Пензы. Ей помочь больше некому. Мы в сентябре вызывали на дом врача из поликлиники номер 2 на улице Силаева, чтобы оформить инвалидность. И с сентября все так и тянется. Она не ходит уже 6 лет. Ходить в поликлинику просто не может. Врач приезжает, приезжала Князева. Потом приезжала следующий участковый терапевт. А до сих пор инвалидность у нас так и не оформлена. Если можно, очень вас прошу. Она ребенок войны с 1930 года. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Ну, у нас тоже вот по первой больнице и по второй очень много вопросов возникает. И особенно в том числе при медицинском обслуживании маломобильных групп, ветеранов, пожилых людей. И здесь мы в конце этой недели, у нас работает служба на дому. Выезжают туда не только участковые врачи, и специалисты, особенно к людям, которым тяжело передвигаться. Да. Но чтобы не было профанации в этих выездах, и они не становились бы формальными, на этой неделе с ними начинают ездить уже представители департамента здравоохранения. И посмотрим, насколько эффективно эта работа проводится. Вот смысл ездить к человеку, если ничем ему не помогаешь? Зачем? Вот я не знаю, нет, не жалко конечно. Времени или какая-то целевая установка же должна быть. Я понимаю, здесь вопрос может быть не только медицинского обеспечения, но еще и инвалидности. Но есть социальные работники, есть служба медико-социальной экспертизы, которая в системе очень комфортно с нами работает и всегда отзывается на все случаи не совсем стандартные. И наверняка бы откликнулись на возможность там, осмотра на дому, подсказали бы, если врач не знает, как правильно провести освидетельствование, чтобы в последующем она могла получить инвалидность. Ведь в этом же не только факт, то, что запись сделали, с этим же идет некоторое улучшение материального состояния. А, к сожалению, не весь социальный пакет компенсирует те потребности, которые имеются у людей. Им еще дополнительно нужны расходы, которые в том числе гарантируют государство в виде, в таком монетизированном варианте, инвалида. И если человек, допустим, те же препараты, что такое инвалидность? Это уже 100% гарантия бесплатного лекарственного обеспечения. Так. Человек, который препятствует получению инвалидности, к чему он приводит больного? Вот посмотрим, давайте, с медицинской точки зрения. А купить лекарства очень многим сегодня не по карману. И поэтому задержка в освидетельствовании идет к задержке лечения и к ухудшению качества жизни, и к возникновению жизнеугрожающих осложнений. Вот с этой точки зрения смотреть надо врачу. Поэтому так же, как в предоставлении лекарств льготникам после выписки рецепта,
Он также должен быть заинтересован, чтобы быстрее он получил группу и вошел в регистр, который даст ему право получать те лекарственные препараты бесплатно, которых достаточно сегодня в городе. Ну да, собственно, здесь все предельно понятно. Юрий Эдуардович, но, к удивлению или к радости, жители города не забывают и про День медицинского работника. Вот в связи с этим пришло много поздравлений на вашу голосовую почту. К сожалению, все мы не можем заслушать, но я предлагаю несколько из них все-таки включить. Юрий Эдуардович, поздравляю вас с Днем медика. Очень вам благодарна, что у нас такой есть руководитель. Хранение. Всех вам благ желаю. Это говорит Муленко Татьяна Алексеевна. И еще хочу, чтобы вы поздравили обязательно нашего главного невропатолога Лену Романовну. Ой, волнуюсь. Елену Романовну. Это такой доброжелательный и профессиональный доктор Токарева. Пожалуйста, передайте ей от лица наших всех больных ей большую благодарность в вашем лице и всех медиков нашего города Севастополя поздравляем с Днем медика. Всего вам доброго и хорошего. Ну, сразу послушаем следующее сообщение. Юрий Эдуардович, поздравляем вас с наступающим праздником медицинских работников. Нам, пациентам второй горбольницы, хотелось бы отметить через вас и поздравить нашего любимого доктора, заведующего отделением эндокринологии второй больницы Поповича Олега Константиновича. Это, конечно, доктор от Бога. Сколько раз на наших глазах он спасал людей от смерти. И очень хороший психолог. Он может человека уговорить, убедить, что необходимо делать при диабете, при сахарном диабете, при щитовидке. Он такой умница, что хотелось бы, чтобы все время был он много-много лет в этой нашей больнице. Большое спасибо вам за таких сотрудников. И огромное спасибо всем сотрудникам этой больницы и вашей команде. Много-много лет хотим видеть нашего Олега Константиновича в должности заведующего. Спасибо вам за таких сотрудников. Здравствуйте. Я Седова Маргарита Алексеевна. Я очень рада, что Добро Восконяна работает. Я как инвалид и еще по легким, а еще нога, тазобедренный сустав поломала. И раньше никто на мою ногу ни разу никто не обратил удар. Никто выпивал спору вот 6 месяцев подряд. И врачи на дом приходили. И никто ни разу на ногу на мое внимание не обратил. Но сейчас же благодаря вашей передаче Восконян Юрьевич Эдуардович. Я очень благодарна этой передаче вашей, потому что сейчас совсем изменилось отношение ко мне. Последний раз приходила терапевт, все выслушала меня. И врачи приходят, и теперь выслушивают меня. И просто замечательно. Благодарю за такую передачу. Ну, как видите, есть плоды и в нашей передаче. Не зря стараемся, можно сказать. Таким. Это очень важно. И я хочу со своей стороны поблагодарить наших жителей, что, во-первых, они активно участвуют вот в этом очень важном для нас интерактивном процессе взаимного, я считаю, совершенствования, потому что не только мы получаем очень важную, ценную информацию, но я надеюсь, что и пациенты получают, потенциальные наши пациенты получают очень много информации о том, как реагировать в определенной ситуации, какие процессы в лечебном процессе
в лечебном вот этом вот, в лечебной цепочке проходят? Какие процессы доступны им в этой программе бесплатного оказания медицинской помощи жителям, которые проживают на территории города? Вопросы самоконтроля состояния, ответственности за соблюдение врачебных рекомендаций. Я особенно благодарен людям, которые видят, и не только видят, но и тут же реагируют на не совсем надлежащее поведение медицинских работников. Их, к счастью, не так много. Это единичные случаи, но каждый из таких случаев вот не просто ложка дегтя в бочке меда, а это большая клякса на теле здравоохранения. И здесь я могу с уверенностью сказать и пообещать всем нашим жителям, что пока я нахожусь в этой должности, я всегда буду стоять на страже интересов пациента и на стороне тех медицинских работников, врачей, медицинских сестер, всех, кто так или иначе причастен к лечебному процессу и любит больного, уважает его, ценит его потребности, понимает, что для него комфорта, а что нет. И постоянно думает о том, как улучшить лечебный процесс с точки зрения повышения его качества, сокращения сроков лечения и формирования улыбки на лице больного. Ведь когда он улыбается, вот здесь, наверное, уже больше слов не нужно. Я очень хотел бы, чтобы улыбка пациента была все-таки вот такой конечной и очень благородной целью любого человека, который выбрал для себя этот очень сложный, жертвенный и не совсем простой путь. Путь медицинского работника, путь врача, медицинской сестры и вот эту благородную профессию медицина. И хотел бы пожелать удачи тем людям, у кого это получается, а значит, должно получиться в будущем. Юрий Эдуардович, ну, на этой прекрасной ноте, собственно, мы и будем завершать наш эфир. А в дополнение скажу, что хотелось бы, чтобы все врачи нашего города получали такие прекрасные отзывы, которые были вот в последних сообщениях. Ну, можно сказать, что наш разговор, прямой разговор с севастопольцами очередной прошел успешно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, уважаемые жители. Это была программа «Прямой разговор с севастопольцами». Напоминаем, что свои сообщения вы можете присылать на голосовую почту Юрия Эдуардовича Восконяна на номер +7 978 783 0203. Звоните и задавайте свои вопросы. Следующий выпуск «Прямого разговора с севастопольцами» смотрите уже в июле. Ну, а я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.